В Бийске 3 пляжа откроются только сегодня. Накануне водолазы очистили дно реки Бия. По их словам, найти мелкие предметы, такие как стекло, консервные банки, осколки керамической посуды, было непросто. Видимость под водой меньше метра. Поэтому каждый заплыв длился более 3 часов. Попадались и необычные находки. Удивлен был, да. То есть велосипед в 20 метрах от берега никак не ожидал увидеть. А вытаскивал, откопал. Он заиленный, то есть торчали только некоторые части. В этом году на пляжах Наукограда будут дежурить спасатели с 11 дня до 8 вечера. Купальный сезон в Бийске завершится в конце августа.